детстве, да? Ну, я, наверное, начал представлять где-то, наверное, после 18 лет уже. Да ты вообще не задумался? Да, вообще не задумался, да. Да, да где-то до 12, может быть, думал, милиционером хотел быть. Мне кажется, я как-то не мечтала сильно о свадьбе. Я вот сильно свадьбу заходила, наверное, за пару месяцев до того, как у нас уже все подходило, там уже, ну, более традиционно. Я как-то всегда хотела расписаться и уехать. Сильно пышную свадьбу не хотела. Это видео у нас, наоборот, настаивало. Там свадьба, два дня, там выкуп туда-сюда. Я как-то не особо хотела. Много всяких вариантов. Мне кажется, каждый год я по-другому как-то представлял ситуацию свою жизненную, ну, свою семью. Вот сначала думал, вот так вот должно быть, да, вот представлял, так радовался. Потом там год проходил, думал, вот сейчас вот, вот так вот будет, вот так вот. Ну и потом как-то все-таки вот после последней ситуации, да, в года 20, сколько, 3 вот, может, вот даже 22, вот случилось именно так, как представлял. Я очень сильно волнуюсь, я очень сильно боюсь. И это все на камеру. На самом деле я уверен в себе. Я хочу жениться. Серега, говори, что ты сказал? Ты хочешь жениться? Витя? Витя, ты хочешь жениться? Витя, ты хочешь жениться? Господа, кто одел мой пиджак? От сегодняшнего дня жду, чтобы всем очень это мероприятие понравилось, все получили огромный заряд положительных эмоций, радости, веселья. А мы с Витей, ну как-то так, ну как будет, так и будет, что свадьбу надо радоваться. И вообще не нервничать. Все тоже. Здравствуйте, Остапий Брымич, Бендер собственной персоны. Виктор Васильевич. Очень приятно, очень приятно. Как говорится, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Зачем приехали? Как за невестой? Как за невестой? Так. А почему сюда приехали? Ну, потому что она здесь живет. Да здравствуйте здесь. Она там ждет, вон в том доме. Ну, пойдемте туда тогда. Пойдемте туда? Ну, пойдемте туда. Виктор, отпустите мою руку, пожалуйста. Хорошо. Вы волнуетесь, что ли? Конечно. Да? Мы тоже все волнуемся, конечно. Ждали уже. Мы с 9 часов, кстати, ждем вас. Настя мне не говорила, что будет именно выкуп организованный такой. Вот, что будет она приглашать людей, как бы, ну, профессионалов своего дела. Вот я ожидал на самом деле, что будет намного проще. Продолжим, как говорится. Давайте. Наше маленькое безобразие. Безобразие. Может, ребят, сразу пропустить? Давайте сразу. Так, ребята, найдете в рулоне слово ключ. Ключ. Все, заходите. И вот это с бандитским лицом. Да есть, сразу видно, улыбнулся, не бандит, да? Все, разворачивайте. Так разворачивайте, каштом запрещаю. Заходите, снова ключи проходим.
Чего надурили? Кто надурил? Нету ключа? Не, ну это может у вас нету. А у вас-то есть? Там нету тоже, что ли? Конечно, нормально. Ладно. Теперь пора к самым таким серьезным испытаниям уже перейти. Давайте. Будем учить свидетелей. Свидетели? Видела, что ему вроде бы свидетель хорошо помогал. Девчонки мои маленькие, сестренки, тоже хорошо там помогали. Ну, так, вроде бы все очень красиво. Наличными нет у вас. Разбирайте свечки и делайте красивое сердечко. Сердечко? Конечно, друзья, помогайте. Давайте, сердечко. Ну, можно не из всех, но как хотите, на самом деле. Ну, точно. Можно в дворе, да, сделать? Не, можешь, я... Кривое сердце. Сейчас я вот понимаю, что мог бы я взять, допустим, ну, эти штук 30, выложить это сердечко и зажечь, все было бы нормально. Так нет же, взял, все свечки высыпали мы. Ну и в итоге очень красиво получилось. Получилось такое огромное сердечко, даже сердце. Даже оно не одно, а оно как бы получилось. Одно, два сердца соединены в одно. Так, будем, как говорится, тушить. Только молодого человека не попадите. А то он обидится. А то он обидится. Так, все, отходим. О, нормально. Молодец. Пошло дело. Это с меткостью не очень немного, но ничего. Да. Люди так смотрят и думают, зачем мы поджигали свечки. 5 минут. Не пристрелянный? Конечно. Так, проходим. А может тоже невесты есть? А вот, кстати, 106-й, нормально. Все, можно лопать? Давай, а давай. Еще лопать, кто запрещает? Давай. Так. Молодец. О, есть. Что-то оказалось, задание есть, наверное. Пустой лист. Как пустой? О, меня целовать. Целуй кису. Вот его. Да. Киса. Это киса. Конечно. Я твоя киса. Киса Воробьянина. Одесская демография. Да. Поцелуйте его. Все, поцеловали. Да, хорошо. Давай еще. Пить не будете шарики. Так. Вот еще. Просто Настя. Настя? А кто такая Настя? Кто такая Настя? Невеста моя. А! Так значит, к ней идти надо, все правильно. А, идти домой к Насте, да? Ну, конечно. Конечно. Давай. Так, сейчас. Подожди. Они боятся уже. Видите, боятся. Видите, цветочки возьмите. Конечно, с букетиком. Очень хотела уже, когда он зайдет, думаю, когда после выкупа, думаю, скорее бы уже это все закончилось, чтобы Витя зашел сюда. Когда он же открыл дверь, зашел с букетом, я подбежала, поцеловала его, сама подбежала. Отлично. Проходите, гости дорогие, к столу все, вокруг стола становитесь.
ощущение, значит, какое? Ну, быстрее взять невесту и поехать уже в ЗАГС там расписываться. Вот. Поэтому, как бы, ну, главное не опоздать. Ну, мы приехали нормально в ЗАГС, как бы еще время было, так спокойно все у нас проходило. Как бы мне понравилось без суеты, по крайней мере, ну, вот со стороны себя и вот Насти я не увидел эту суету, которая, в принципе, свойственна, мне кажется, людям. Когда выкуп завершился, только все начиналось. Думали, ой, скорее там уже. Ну, наверное, вот на тот момент началось небольшое волнение. До этого вообще не было. Ну, как-то так спокойно. И когда вот подъезжали к ЗАГСу, все волнение больше и больше как-то усиливалось. Куда уже? Ну, пойдем уже. Пошли. Назад дороги нет, все уже решено. Шаг назад. Хочу любовь провозгласить страною, чтоб все там жили в мире и тепле, чтоб на гербе страны любви слились в пожатии одна рука с другой. К вам, к ним. Ну, хотелось бы быстрее уже вот расписаться и выйти из этого зала, на самом деле. Понимал, что это какая-то формальная часть, хотелось бы уже как-то сменить, скажем так, формальную обстановку, но неформальную уже как-то вот, потому что как-то все равно немножко официально там себя так чувствовал, что... Впереди такая нелегкая, но радостная пора семейной жизни. Друг мой, жизнь моя, любовь моя, я клянусь быть достойным любви твоей, твоей преданности, твоего уважения. Прошу молодых обручиться кольцами. Прошу вас ответить, готовы ли вы, Анастасия, выполнить священный долг жены? Да. Готовы ли вы, Виктор, быть верным другом и надежной опорой вашей жене? Да. Прошу молодых скрепить свой брачный союз подписями. Не знаю, как-то мне кажется, у меня по мозгу глазовек. Искали какую-то мысль, наверное. Было только какое-то волнение такое сильное, такая радость, что ну наконец-то. Вот мне, наверное, в тот момент невероятно захотелось свадьбы, все скорее праздновать, такое веселье праздника. Дорогие Виктор и Анастасия, в полном соответствии с законом Российской Федерации и с вашего взаимного согласия, сегодня, 22 июля 2011 года, ваш брак зарегистрирован. Отныне вы муж и жена.
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с законным браком. Желаю навсегда сохранить вам ваши сегодняшние чувства, вашу большую любовь. Вручаю вам ваш первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Дорогие молодожены, сегодня у вас счастливый и радостный день. Вас пришли поздравить ваши родные и друзья. Среди них самые близкие вам люди – ваши родители. Молодожены, повернитесь к родителям и по старинному обычаю поклонитесь им в пояс. Дорогие родители, подойдите к детям, поздравьте их, пожелайте им счастья. Шоке, как бы еще это не осознавал, ничего не ощущал, а вот это уже стал ощущать, вот когда уже после свадьбы, уже вот это прошло, как бы, да, и уже ты понимаешь, ты уже всю, ну, грубо говоря, ты одел свою шкуру, и ты уже ощущаешь, что уже все в своей тарелке вроде. Они не выпили, боятся же.
главные герои сегодня это Виктор и Настя, которые прошу гостей очень громко аплодировать, пожалуйста. У нас мы знаем, что в природе есть законы, которые из них закон притяжения. Мы все всегда притягиваем. И любовь, и надежда, и деньги мы притягиваем. Виктор, да, дай ему пару. Да, держи. Да, это к вам. По-африкански обычаи, африканцы, они более эмоциональны. Все, что вы чувствуете, вы должны это выразить в сентименты, которые получаете сейчас. Хорошо, вы готовы? Да! Костя, вы готовы? Я так поняла потом уже, когда штуку надо было так делать, а я ей по барабану. В итоге я ее сломала. Раз, go, show, ready, one, two, three, поехали! Дорогие дети, примите от нас этот каравай, который согрет теплом, да? Чтобы это тепло сохранялось в ваших сердцах, да? Вас окружали ваши детишки, да? И еще были вокруг вас добрые люди. Совет да любовь вам. Давайте, кто-то садит. Мы даже потом не посмотрели, кто сколько откусил на каравае. Я даже не знаю, кто больше. Мне кажется, мы поровну откусили. Все, и потом прошли наверх. Голодались еще больше, вот все вот это желание, вот когда тебе что-то не дают, то у тебя желание наоборот еще больше этого заиметь. Вот именно вот мы такого состояния довели. И молодые люди, на самом деле, я не знаю, насколько вы слушаете часто мама и папа, но на этот раз будьте повнимательны. Обратите внимание на все, что они скажут. На самом деле, красавица, мама, невеста. Дорогие мои дети! Я вас поздравляю с этой торжественной датой. Желаю вам, чтобы вы сохранили эти чувства очень-очень надолго. Жили в согласии, в мире, в взаимном понимании и доверии друг другу. Совет да любовь вам. Хочу присоединиться к словам мамы. Также вам всего всего пожелать, чтобы вас союз был вечным. Справить золотую свадьбу. Спасибо большое, Горько. Да-да, вот на маме, пожалуйста. Мама, присоединитесь, пожалуйста. Ваши дети вас любят. Я даже сама немножко, хоть и обсуждали, но сама немножко даже не ожидала, что настолько все будет интересно. Вот мне понравился наш ведущий. Потом мне понравились наши танцовщицы. Которая исполняла восточные танцы, танцы живота, то есть тоже очень красиво. Да, это крик от души, от души, от души. Ну,
вот что, ребята, что сказать. Удачи вам. Надо вам объяснить, что делать. Да! На самом деле я как-то не сильно устал. Вот когда я пришел на банкет уже, вот когда я наконец-то сел, потому что вот это с утра, вот эта беготня, вот это стоишь там, фоткают, стоишь там, везде вот так вот. По сути, нигде не присядешь, постоянно беготня такая, жара очень сильно вымотала. И потом, когда мы уже пришли на банкет, мы уже сели, я это уже как-то... Искренне поздравить их с днем рождения с вами. Поздравляю тебя с законным браком. Желаю всего вам хорошего, Витя. Живите в дружбе, уступайте друг другу и любите до самой последней капли. Желаем всего вам, что в жизни так нужно. Любви окрыляющей, яркой, красивой, заботы и нежности, искренней дружбы, желания делать друг друга счастливей. Поздравляю! Настенька. Витя. Витя. Законным браком. Законным браком. Здоровья вам, любви. Здоровья вам, любви. И счастья. Вот так, вот так. Аплодисменты, пожалуйста. Вот. Поздравления начались. Очень мне запомнилось из всех выступлений, как пела моя сестренка Даша. Так, а мы потом эту всю песню, всю свадебное путешествие с Витей пели. Мы дарим вам корзину, не роз и не мимоз, деньгами мы одарим для исполнения грез. На месте топчемся, как стадо, наверное, сбились с пути. Вперед! Не знаем, куда надо, а деньги надо довести. Спасибо, да? Это денежки розы живые и денежки настоящие. Спасибо. До чего же были счастливы царевны, нам законом запрещается любить царских землях. Уж таков порядок верный по расчету, нужно замуж выходить. Сойти. Запомнилось афрошоу очень. Ну, так, парни хорошо танцевали, особенно в фотках они получились так смешно. We'll be right back.
счастливы, будьте, храните любовь и нежность. Чтобы все у вас было в вашей семье удачно, счастливо, хорошо. Да, да. Чтобы были маленькие детки, радовали вас. Красавцы, молодцы. Хотим вам, Сергеем, не важно, Сергеем, в общем, да? Сережкой, короче. Дарить вам подарки качественные. Вот я хочу вам пожелать, чтобы вы в любой сложной ситуации могли найти в себе силы и пойти друг к другу на компромисс, и от этого будет зависеть как бы все ваше счастье и единение. Счастья вам! И мы хотим вам, вас, Витя, поздравить и сказать слова. Дорогие Настёна и Витя, пусть будет вам советчиком любовь, помощником нежность и внимание, побольше теплоты и нежных слов, работы и взаимопонимания. Чтоб, как сегодня, долгие года вы были молодыми и красивыми, и в жизни оставались бы всегда влюбленными и самыми счастливыми. Дорогие Настёна и Витя, я вас очень люблю, я вижу, как сияют сейчас ваши глаза, и хочу пожелать, чтобы ваш дом всегда был полон счастью, любовью, радостью, солнцем, и чтобы со временем в вашем доме вас радовал веселый детский забавный смех. Ну я что-то не ожидал, потому что в такие дни, вот мне кажется, как-то, ну, не особо, вот потому что столько всего с тобой происходит, столько это тебя как бы так ошарашивает даже, что как бы, ну вот, видимо, на какой-то момент я отвернулся, я не знаю, отошел как бы чем-то куда-то, как-то я не заметил, когда ее украли вообще, я даже представление, да кому надо было. Ну, видимо, кому-то надо было. Вот, я даже не ожидал, кто это мог сделать. Вот. А сделали это сделал Игорь. Это я уже потом узнал. Или даже, наверное, это не Игорь сделал. Это, наверное, сделала Даша. Даша, которая нас поздравила, потому что требования выдвигала именно она. Это Игорь, блин, сообщник. Блин, сообщник, предатель. Игорь, давай, что тебе нужно? Требуй, требуй. Что тебе надо? У нас столько нету! Она потребовала с меня стишок, песенку, вот, и что-то еще. Вот я, ну, я все выполнил, ну и получил в целости и сохранности. Мы не отдадим просто так. Нет, сиди, 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 сиди! Тем более опытный. Сначала откуп, потом невеста. Все, шампусик. Шампусик. Правда, ребенок ты еще, ну? Танец живота. А где же живота? Увидеть вообще нет живота. Живота нету, мы не видим живота. Нет, ну еще не наел его. Витя, на, потрясти, потрясти. А теперь песню. Единственная моя, света моя ученая. Арбуз! Все, пошел брать жену. На руки! На руки! Не-не! Дашь арбуз тебя! Пусть ваша жизнь будет весьма продолжительна и густо наполнена удивительными открытиями, яркими впечатлениями, приятными неожиданностями. Желаю вам любви, любви и еще раз любви. Не всегда у людей, особенно живущих в совместном браке, хватает взаимопонимания. Ну, по различным причинам. Так вот, в тех ситуациях, когда у вас его не будет по тем или иным причинам не хватать, я хочу пожелать вам, чтобы вы друг друга просто верили. И ваши чувства, словно добрый сказки, сердца влюбленных бережно хранить. Любовь пусть страстно станет крепче через годы, согласие в семье и доброты,
В глазах пусть светит счастье, как сегодня. И сбудутся надежды и мечты. Ребят, ласкайте друг друга, любите. Ну и не забывайте в дальнейшем, что любить — это все-таки глагол. И значит, любить — это действие. Банкет, значит, закончился. Для нас он закончился где-то около 12 часов ночи. Вот. А потом, когда нам стало известно, а для кого-то он даже и не заканчивался. От самого начала до самого конца я спрашивала у Вити про выкуп, как он прошел, как он ему понравился. Потом про ЗАГС рассказывали свои какие-то впечатления, у кого какая тревога была в душе. Свадьба, ну, очень много меняет в отношениях, позволяет двигаться дальше. Что, ну, у нас все равно такое общество традиционное, принято свадьба, дети. Хочу поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на моем жизненном пути. Родителей, знакомых, друзей, родственников. Именно родители нас сделали такими, какими мы есть, такими, как мы полюбили друг друга. Также большое спасибо нашим друзьям, которые разделили наше большое счастье в день нашей свадьбы.